утра пою я вам. Валы здесь параллельны, и звездочки есть там. Цепи шарниров на звездочках сидит, вибрирует немного без вас гитарастик. В цепных передачах разделение сие, на супчатые, в точные роликовые. С многорядным исполнением движущей цели, как красиво крутятся, ты только посмотри. Звездочки вращаются быстро и легко, а скорости меняются очень широко. Ты на звезды в небе тоже посмотри, как быстро вокруг нас вращаются они. Передачи достаточно мощны, даже со слабым натяжением цепи передают вращение аж метров до восьми. Отсутствует скольжение, что не говори. Звездочки вращаются с высоким КПД, втулочки скользят по зубьям на лете. Трение скольжения используется здесь, износ большой у втулок. Надо ты учесть, чтоб износ уменьшить, на втулку ролик посади. Ролик катится по зубьям легче раза в три. В отличие от втулок здесь больше плюсов есть. Износа стойкость выше и скорость больше здесь.